3, потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Черный цвет идет в позвоночник, идет в крылья, выставляя боевую защиту. Частота моих вибраций поднимается до числового значения 38 Гц. Пошел подъем. Все тело вибрирует. Вот ты второй день с такой прической красивой. У тебя все волосы так назад, как у Элвиса Пресли сделаны. Новая прическа, Влад. Это, кстати, тоже наверх ношу волосы, но не так, как Элвис Пресли. Попробуй, говорит. Они у него как, ну, каким-то... Гелем намазаны. Да-да-да, сделаны назад. Вот. Красиво. Я люблю, а молодец, со вкусом. Правильно, надо их с хорошей прической мочить. Еще он говорит, что ты какую-то дурацкую белую футболку носишь, поменяй уже на что-то другое. Например, какого цвета? Ему цвет не нравится или футболки не нравятся? Сколько лет, он говорит. Согласен. Ты прав. Хорошо. Обменялись комплиментами. Хорошо, я заправился, Вера? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Действительно надо. У меня 40 футболок и все белого цвета. Это идет, которое он хочет, что-то, чтобы было там красное и черное. Ну, я люблю красные и черные цвета, да. Согласен, немного, найду. Немного, но как-то вот. Понял. Два цвета, красный и черный. Ему приятно было бы это. Очень обязательно. Мне тоже эти цвета нравятся. У нас с ним вкусы одинаковые. Готово. Отлично, хорошо, все. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию матушка Василиса 1940 года рождения, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Матушку нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Выходит из биоробота. И я даю команду, если что-то еще, какая-то голограмма, какая-то копия находится в биороботе матушки Василиса, она сейчас силой моего намерения выходит и становится рядом с оригинальной копией. 1, 2, 3. Матушки крылья огромные. Вау. А мы же никогда их не видели? Нет. А как так? Не хорошо. Все сразу открывается. Согласен. Хорошо. Защищаю защитным ее биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Бери в защитный скафандр и вместе с тонкой копией матушки Василисы поднимайся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Подожди, давай посмотрим еще. Стоп. Хорошо. Давай посмотрим. Из биоробота ты все вышла или нет, Вера? Ну вот я вижу ее тонкое тело с огромными крыльями. Мне кажется, там еще что-то есть. И я даю команду силой моего намерения. Все, что сейчас находится чужеродное в биороботе матушки Василисы, силой моего намерения выходит из биоробота и становится рядом перед нами. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Вышло, да. Отлично. Сбери. У нее как две тонкие копии. Отлично. Бери обе. В защитный костюм. 1, 2, 3. И вместе с ними поднимайся в комнату диагностики и будь в ней. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Да, и здесь. Отлично. Мы приветствуем матушку Василису. Стоп. И устанавливается 2. Над фальшивой копией загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3. Да, есть. Вторая. Отлично. И сила моего намерения. Я ее отправляю в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Она в клетке, но она не голограмма. Я думаю, что здесь что-то. Давай проверять. Хорошо. И включаем сканер сейчас. Сканер сканирует на всех 7 тонких телах. 3. Верни ее назад, вот эту с красной, которая... Не понял. Ее копию верни назад, сканер. И на счет 3 эта копия идет в сканер. 1, 2, 3. Ну, это в сканер, да, хорошо. От нее делаем. Я не знаю, смотри, это как-то такая информация, что это обе ее. Они не голограммы обе.
Хорошо, То давай есть одна из них как мирская, а другая как ее какая-то небесная, что ли. Небесная защита, что вот прям вот как говорю, так и идет слово. Хорошо, я понимаю. Хорошо, так нам надо теперь информацию соединить эти два тонких тела в одно? Скорее всего, да. Скорее всего, соединить. Хорошо. И я даю команду, и сила моего намерения, две эти копии, матушки Василисы, входят друг в друга и синхронизируются. Один, два, три. Начинается синхронизация на всех уровнях. Все семь тонких тел синхронизируются энергией. Я поняла. Нет, ее не надо синхронизировать. В общем, вот эта небесная копия, она отделилась, потому что не может гармонизировать с земной, что-то мешает там. Земную надо сканировать. Хорошо. Так, угу. Хорошо. Тогда вторая копия остается рядом, или как она? Она такая как прозрачная вот с этими крыльями. Хорошо. У нас есть подселенцы или интерференты? Прошли мы сканер? Нет еще. Вот мы просто поняли, какую надо сканировать. Хорошо. Давай тогда просканируем это тело. И на счет три сканер начинает сканировать. Это тонкое тело находит все присадки, все импланты, всех интерферентов. Моментально загораются ярко-красные маячки. От них выстраивается канал, ведущий в клетку тюрьмы. Ответственный под интерференты силами его намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. Один, два, три. Сканер начинает сканировать полностью все это тонкое тело. В красном теле сразу у него кто-то хозяйничает. Сейчас найдем. Или нижний, или дракон пока. Она скинет сейчас, вытянет их в клетку. Смотри на канал и все, сколько каналов. Усиливаем мощность сканера. Сейчас. Нижний вылез с красного тела, вылез нижний. То ли бес, то ли демон. Сейчас разберемся. И направляя на него свой щит, семи архангелов, мощнейшим ударом любви отца, сжигая любую голограмму. Один, два, три. Пошел свет, пока он не заскулит там обожженный. Бес. Отлично. Ух, мрази, ненавижу. С бешеного человека, вот, грубо говоря. С бешеного человека. Перешел. Понятно. Бес, ты считай цифры над головой. 1, 2, 3. 8. Бес, ты знаешь, куда ты пришел? На свои похороны. Он меня слышит или нет? А он слышит, да. Он не понимает. Он не понимает. Хорошо, подхожу к нему. Рога есть? Есть. Отбиваю оба рога. Двумя ударами копья, Влад, давай. Он просит остановиться. Нет, поздно. Надо было раньше думать, когда заходил. Сейчас я тебя буду уничтожать, бес. За то, что ты вошел в святого человека. Нет тебе оправдания, подлец. Врага отбейте. Да, он мне показывает воронку внизу. У нее в ногах? Да. И сила моего намерения от нее в ногах выходит воронка и идет в клетку тюрьму. Один, два, три. Вообще он мне ноги показывает, опухшие, и вот эта воронка затягивает энергию. Он ее поставил? Он ее притянул. Он ее притянул. Итак, бес, я тебе сейчас даю один единственный шанс ответить мне на все вопросы. Если ты меня соврешь, это будет твое последнее, все, что ты видишь своими глазами. Когда ты зашел в это тело, от кого ты зашел и почему ты зашел? Но получается, что она постоянно подпитывается энергией. И этот бес, он эту энергию конвертирует в энергию, которая нужна ему. И он постоянно питается ей. Это одна часть от вопроса. Когда ты зашел? Один месяц. Ты видел эти крылья ангела? Ну, он говорит, ну и что? У него крылья, у меня рога. Отлично. Направляя на него свое копье и мощнейшим ударом 50 тысяч герц удар. Согнулся, но он говорит, что ты меня бьешь. Я тебя не бью. И в моих руках появляется
Энергия царя Соломона. Маленький шарик. 1, 2, 3. Он говорит, да ты вообще охренел. Я охренел. Я пришел тебя уничтожать. Ты пришел уничтожать человека, а я пришел уничтожать беса. Мразь. Ты зашел в ангела. И ты думал, это тебе останется безнаказанным. И тебе вообще ничего не будет за это. Я тебе сегодня обратное докажу. Паразит. От кого ты прыгнул, спрашиваю? От бешеной женщины. Ты видел, в кого ты прыгаешь? Я видел энергии, которые мне нужны. Когда ты увидел крылья, ты понял, что ты в ангела вошел, да? Я внизу сижу. Мне все равно, где ты сидишь. Я знаю, где он ты сидишь. Он понял по энергиям. Он понял по энергии. То есть он хотел украсть энергию ангела, да? Он ее конвектировал в то, хорошо, что нужно ему. Она просто постоянно подпитывается ей, а он конвектирует в свое. Без, как он говорит, бесконечный поток энергии. Но для тебя он стал уже конечным, я тебе это обещаю. Для тебя энергия уже заканчивается. Давай тогда сделаем еще один скан и на счет 3 сканера. Начинает сканировать все 7 тонких тел матушки Василисы. 1, 2, 3. Находит все каналы, все присадки, все импланты, любых интерферентов, любых подселенцев, бесплотные души, любое чужеродное, что не должно находиться и не соответствует энергетике матушки Василисы, проявляется, загораются маячки ярко-красные, от них идут каналы, ведущие в клетку тюрьму, и по этим каналам все ответственные за интерференцию силами его намерения притягиваются в клетку тюрьму и становятся ее заложником. Мне не нравятся ее оранжевые, желтые тела, полные, там точки какие-то внутри. И разбей эти тонкие тела, отдельно просканируй их. Сканер начинает сканировать именно эти тела. 1, 2, 3. Находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, любую чужеродную, патогенную, низковибрационную энергию на наноуровне. Но я бы сказала, что это арахноид какой-то. В этих чакрах? Желтая сидит, а в оранжевой у нее как черные точки такие. Немного, но есть. И он какой-то как прозрачный такой. То есть он в клетке? Он выходит, заходит, что ли. Очень интересно. Хорошо. Он как фантомный, но вот эти мы сейчас найдем оригинал. Присадки, они... Он в клетке, Вера? Да, но фантом в клетке. Хорошо, и я даю команду. И от этого фантома выстраивается канал к оригиналу, и ответственный сил моего намерения, где бы он ни находился, притягивается в эту клетку тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Да, он здесь. Черный. Арахной, да. И направляя на него. Арахной. Направляя на него свой копье. Удар 50 тысяч герц. Удар. Ищет он. Отлично. Я подхожу к нему. Паразит, ты знаешь, где ты, куда ты попал? Выпусти, выпусти. Не выпущу тебя, когда ты подселился в это тело. Ты сегодня будешь сожжен здесь. Если мне хоть одну ложь скажешь. Смотри, он не подселился в тело. Он живет... Оно, что храм, церковь, не знаю, оно из-под купола спускается ко многим и подселяет свои вот эти детки, что ли. Но это не целый инкубатор, а несколько он подселяет в разные тела и выходит, потом проверяет. Ты не в того подсела, рахнует, не в того человека. Я тебе сегодня это докажу. Так, что ты установил в ее биополе? Но он подселил несколько, как зародыши, что ли. Понятно, хорошо. Так, Вера. У нас еще есть канал. Еще третий канал. Давай, третий канал. Кто у нас там? Проявляется канал, включает ярко-красным светом, загорается. Ты видишь четко и ясно, кому ведет канал. Синее и фиолетовое тело оккупировал дракон. Какой? Синий. Он поет молитвы. И он как дергает ее. Как за нитки вот поют и дергают, одна голова, как две. По нотам. Одна голова? Одна. Хорошо, считай цифры над головой. 936. Хорошо, и я подхожу к этому поющему синему дракону, достаю печать дракона и включаю на полную мощность. 1, 2, 3. Пошел свет. Он слушает тебя.
Он развернулся. В общем, он как вот в клетке, он оказался как вот на органе, как будто он сидит, играет и что поет. Так, дракон, я к тебе обращаюсь сегодня. Сейчас он повернулся к тебе и... Да, ты меня видишь? Слушаешь меня? Хорошо, очень хорошо. Как ты попал, как ты зашел в это биополе и почему? Кто тебе разрешал? На пение и на молитву он зашел. Кто тебе разрешал входить в ее биополе? Ты видел манифест, запрещающий любым интерферентам входить в ее биополе и воровать ее энергию? Там стояли такие слова, что любой интерферент, который будет найден в моем биополе, будет отправлен в галактическое ядро. Это касается беса, это касается арахноида. К вам троим я сейчас обращаюсь. Вы в курсе этих дел? Вы знаете, что такое законы мироздания? Вы думали, это безнаказанная зона, серая зона? Нет, я как раз для он того, чтобы... Он говорит, что ты правильно сказал. Большинство храмов, церквей, монастырей — это есть серая зона, где пересекаются разные цивилизации и проходят разные энергии. То есть ты хочешь сказать, подходящие для многих цивилизаций. То есть ты хочешь сказать, это рассадник, это кормушка для вас, куда вы прилетаете и выбираете себе еду? Он говорит, можно и так сказать, но я считаю себя на равных. Мне тоже нравятся эти энергии. Тебе нравится? У тебя душа есть? Есть в нашем понимании нет. Вот, в нашем понимании нет. Значит, ты имитируешь. Но мне близки эти энергии. Тебе близки эти энергии. Ты себя считаешь интеллектуалом, драконом? Или каким драконом ты являешься? Мне больше нравится гармония. Гармония. Хорошо. В любом случае, я понял, ты поселился в церкви, да? Да, он мне музыку постоянно показывал. Понял. Арахноид, ты поселился где? Тоже в церкви, да? Спустился сверху. Но там и есть. То есть мы его притянули оттуда. Бес, ты поселился тоже в церкви, да? Перешел от вот, матушка бешеной женщины и притянул вот эту воронку. Воронка тоже там же была. Я понял, да. Я благодарю, Вера. И я обращаюсь к матушке Василисе. Вам сейчас три сущности ответили, где они к вам подселяются. В ваших интересах, пожалуйста, не ходите в эти места, где... Вам же Архангел Михаил дал уже совет, что вам не надо эти места посещать. И вот сейчас получилась такая ситуация, когда мы выловили троих интерферентов, которые у вас сосали энергию. Пожалуйста, задумайтесь над моими словами. Благодарю. Хорошо, все, переходим к реверсу энергии. Я все понял, где вы подселились. Вы все уйдете назад живыми. Я прошу больше в это тело не приходить. Я вас всех буду отправлять на вашу чистоту безболезненно. Арахноид вытащит все яйца, которые он там оставил, до последнего микрона. Дракон вытащит все, что он оставил в биополе. После этого бес вытащит все, что он насадил там, все эти его присадки, импланты, качельки. Все это будет вытащено. Потом я проведу проверку 1 000 000 Гц, предупреждая сразу. Если кто-то что-то оставит, он по каналу сгорит. 1 000 000 Гц. Поэтому в ваших интересах сделать все честно и правильно. И я даю команду тонкой копии матушки Василисы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы и сущности. Каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к матушке Василисы. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить, возвращается к ним назад. Пошла энергия. Идет к арахноиду, идет такой серый какой-то туман. А дракону грязно-синяя энергия. К демоняке идет боль, знаешь, такая черно-красная какая-то боль. Он ее ногу очень сильно, он вот этот конвектор как на ногах установил. Где этот конвектор сейчас? На ногах. У нее стоит? Да. До сих пор стоит? Да. Ну да, мы не снимали еще, хорошо. Сейчас будем снимать. То есть вот он больше всех боли причинил, а его она чувствовала. А чем тебе плохо было в бесноватой женщине? Энергии у нее нет. У нее истощается энергия.
ну это понятно, конечно, деструктивная. А матушка постоянно подпитывает. Скажи, на каком расстоянии, как ты перепрыгнул? Это же было какое-то расстояние между тобой и этой бесноватой женщиной, правильно? Меньше 2 метров было. Вот, меньше 2 метров. Обращаю внимание всех, кто это слышал. Вы понимаете, меньше 2 метров. То есть, вот так все это происходит. Хорошо, понятно, хорошо, бес. Я знаю эту технологию вашу. Скажи, тебя не смущает это, то, что это божественный храм, храм Отца, вас эти энергии там вообще никак? А вот эта воронка, которая притянута, он перемещался благодаря ей. То есть, если его что-то не устраивало или сильно на него влияло, он прыгал, он на нее нырял в воронку. Я вижу, как он на нее едет, да. Если совсем чистые энергии какие-то были, которые он не контролировал, он в нее входил. То есть он мог убежать туда, да? Потому он и притянул к ней, чтобы она постоянно была. Ну, там был такой случай, что бесноватая подошла к ней и протянула руки, и вот в этот момент, видать, был, да, бес? Опиши, покажи этот момент, когда произошло подключение твое. Он говорит, раньше. Раньше? Когда раньше? Покажи ситуацию. Он говорит, что в ней еще сидят. Раньше. Сколько он в ней сидел? Начнем с этого. Он сидел. В матушке Василизы без. Он сказал месяц. Месяц. Ну что значит раньше? Раньше, чем она руки тянула. А, понял, хорошо. От этой женщины он перескочил или от другой женщины? От этой. А, от этой. То есть это была уже вторая встреча, я так понял. Хорошо. Там есть другие в ней. В ней понятно. В ней понятно. Нам она не является предметом нашей работы. Нас интересует матушка Василиса. Хорошо, как у нас с реверсом ревера? Закончили. И устанавливаются фильтры золотой сеточки. На все каналы в порядке реверса матушка Василиса забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает матушка Василиса себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Ну вот от беса яркая, бежевая такая энергия идет. От арахноида желтая идет энергия. Там, где он заходил в желтое тело. А дракона синяя, фиолетовая идет. Голубая. Еще какая-то светлая такая энергия. Светлая такая. Бело-желтая какая-то. А вот еще этот бес, он говорит, что тот, кто в этой бешеной женщине живет, хотел перепрыгнуть, но я не пустил. А чего? А кто там живет? Ты хочешь сказать, демон сидел в ней или кто? Бес. Еще бес есть в ней. А, агрессивнее, чем ты? Ну, раз я не пустил. Ну, значит, ты сильнее, значит, конечно. Значит, я сильнее. Согласен. Хорошо, скажи мне, бес, есть какие-нибудь лярвы на теле матушки? Ты оставил какие-нибудь лярвы там есть? Там не лярвы, там как раны вот на ногах. Раны остались. Ну, это надо будет ее сейчас лечить. Понятно. Готово. Хорошо. Так, и переходим к процедуре вытаскивания всего, что вы оставили в биополе. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходишь, достаешь все до последнего своего яйца, жидкости, малейшие наночастицы. Я все буду проверять. Если что-то останется, загорится красная лампочка, я на тебя начну воздействовать в 10 раз сильнее, чем до этого. Поэтому в твоих интересах все достать. Приступай. Все-таки инкубатор есть у нас прозрачный. Он собрал вот эти темные, как пятнышки, которые там были. Их хорошо. Немного, штук 9, может. Куда-то себе сложил. И достал из оранжевого тела вот эту вот прозрачную. Инкубатор вынес. Как раз там, где ты заметил эти затемнения. Понятно. Хорошо. Он ушел в клетку, да? Хорошо, обращаясь к синему дракону, дракон, выходишь, достаешь все, что ты оставил в биополе матушки Василисы. Ничего не забывай, я буду проверять. Найду, накажу. В синем теле пластина. Конечно, третий глаз. Пускай там все эти присоски отстегивают.
импрессовские провода. Да. С чипами. Но они как присоски выглядят в конце. То есть он их подключал таким путем к ней. Понял, эту хорошо. Пластину. И в фиолетовом теле он снимает с головы такой, как обруч, что ли, сказать, такой обод. Угу. Белый какой-то. За что это было ответственно? За какую боль? Закон? Это не за боль было ответственно, а за получение энергии, так как надо ему. Хорошо, какой дискомфорт, какую боль ты доставлял ей, что у нее болело? Ну вот он доставлял ей, он отвлекал, что ли, ее, переключал на то, как ему надо видение. Как от тебя можно защититься, дракон? Свои мысли ей подсовывал. А защититься? Да. Не хочет говорить. Не хочет. Дракон. И я посчитаю от 1 до 3. Дракон уменьшается в 2 раза. 1, 2, 3. Сила моего намерения, да будет так. А так и есть. Говорит, верни, скажу. Нет. Уже поздно. Я тебе задал вопрос. Ты не в том положении, чтобы мне здесь что-то диктовать, какие-то условия. Ты находишься в моей клетке, в моей тюрьме. Я тебя сейчас сожгу здесь. Ты со мной игры будешь играть? Я тебе покажу, какие игры он играть. Он не диктует условия. Он просто не хочет говорить. Мне все равно, что ты хочешь или что ты не хочешь. Тебе открыть сейчас портал в галактическое ядро? Показать тебе его изнутри? Я понял. Нет, ты не понял, я не слышу ответа. Итак, как защититься от тебя? Печать дракона. Хорошо. Я так поняла, они ей подчиняются, печати дракона. То есть она их не жгет, не убивает, а ты можешь с ним как общаться тогда. Но приказывать что-то говорить, и они будут делать. Понятно, через хорошо. Печать дракона. У нее печати дракона, конечно, нет, биополя. Понятно. А у меня ты ее видишь? Ты его так и привлек. Понятно, хорошо, все. Возвращаем ему первоначальные размеры. 1, 2, 3. Благодарит. Вытаскивай. Все, он все вытащил или что-то осталось? Да, еще, он все вытащил. Хорошо, я прошу беса выйти сейчас и вытащить все, что он оставил в ее биополе. Ничего не забываем. После этого проходит проверка. Все, кто проходит проверку, уходят безболезненно на свою чистоту и больше никогда не возвращаются. Ну вот он у нее с ног снимает такие грубые, как какие-то валенки, что ли. В ванную надо поместить. Освобождает ее. Ноги ей. Или поставим ей святую воду, как ты считаешь? Я думаю, святая вода залечит рану лучше. Можем ванную сделать, как ты считаешь? Ну, да, ванная со святой водой. Хорошо. Много установил? Немного, но, видимо, у них технологии очень грубые. То есть ей это как раны доставляет, конечно. Раны, да. Да, доставляет. Я вижу, да. Да, он все снял. Хорошо. И я включаю сканер, на счет 3 сканер сканирует все 7 тонких тел и находит все необнаруженное. Все, что может остаться от интерферентов на их чистоте, начинает загораться ярко-красной лампочкой и выстраивается канал к ответственному подселенцу. 1, 2, 3. Пошел скан. Чисто, она сейчас гармонизировалась с телом небесным. Вот она как сказать, поклонилась, да? Но голову наклоняет в благодарность, то есть там никого нет. Это тонкое тело небесное, оно знает. Хорошо. Значит, мы тогда закончили чистку, да? Да. Хорошо, будем отпускать их. И арахноид, больше в это тело не заходишь, ни при каких обстоятельствах, даже если увидишь, мы его охраняем. Побежу. Хорошо, открывается наверху портал на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. А еще он мне показывает, что он на этой паутине своей, он как прыгает с одного на другого. Паутине кто? Вот та женщина? Арахноид. Арахноид. На паутине спускается и с одного на другого прыгает и выставляет свои кубаторы. Ну, они веселые такие, да. Ты знаешь же, у нас был такой Спайдермен, называйте меня, помнишь?
Он ушел. Хорошо. Закрывай, печатай, растворяй. И, дракон, я обращаюсь к тебе. Если ты когда-нибудь увидишь матушку Василису, беги от нее. Просто беги. Или иначе ты со мной встретишься, если она только мне скажет, что ей стало плохо, я вытащу тебя. Ты это понял? Я не подойду. Хорошо. Я открываю портал на чистоте дракона. 1, 2, 3. И дракон забирает все, что он с тобой принес, и уходит на свою чистоту безболезненно. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, бес, и к тебе обращаюсь. Если ты матушку Василису увидишь, вспомни наш сегодняшний разговор и никогда к ней даже не приближайся. И лучше предупреди в своем мире. К ней не приходить. Иначе, если ты знаешь судьбу Вельзевула, так вот я тебе хочу на это намекнуть. Ты это понял? Он говорит, я все понял. Значит, мне еще и спасибо тебе надо сказать, что ты мне только рога отбил. Пойди, да. Но ты не умеешь говорить спасибо, поэтому я все равно акцептирую это без проблем. Хорошо, я тебя сохраняю. Хорошо, открываю внизу портал на чистоте беса 1, 2, 3. И бес уходит безболезненно на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. 1, 2, 3. Готово. У нас осталась воронка. И открывается портал под этой воронкой 1, 2, 3 в галактическое ядро. Воронка улетает на переработку в чистейшую первичную энергию. 1, 2, 3. Пошел сброс. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Хорошо. Так, давай теперь заправим матушку. Сколько у нее сейчас энергии? И частота какая? У нее 60,7. 7 Гц. Это ужас. Хорошо. Сколько ей нужно до полного восстановления и корректировки? Ну вот это небесная ее копия. Она говорит, ты открой энергии, я возьму сколько мне надо. И чистоту тоже? Чистоту дай 20. 20 Гц. Хорошо. Отлично. Так и сделаем. И я даю команду на счет 3. В макушку головы матушки Василисы начинают поступать 7 высоковибрационных потоков, необходимое ей количество энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет ее, заполняет пустоты, вытесняет все микроны чужеродной энергии, божественная энергия пошла. Частота ее вибрации поднимается до 20 Гц. 1, 2, 3. И я прошу Архангела Михаила дать свой поток своей энергии матушке Василисе. 1, 2, 3. От Архангела Михаила идет такая энергия, как серебряная, потоком отдельным. Благодарим Архангела Михаила, посылаем наши энергии искренней любви и благодарности. Но я так понимаю, что она не ангел, а бери выше. То есть у нее какая-то частица, что ли, вот архангельская есть. Как бы там ни было, сейчас она в биороботе человека, поэтому мы должны ей и помогать. И еще надо синхронизировать ей потом два тела. Обязательно сейчас сделаем. Небесная и тонкая копия. Небесная и тонкая копия, хорошо. Она набрала энергии. Отлично. Все хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Гармонизирую оба тела, чтобы они лучше гармонизировались, энергия вибрации. И я даю команду. И небесное, и тонкое тело начинают гармонизацию между собой. 1, 2, 3. Пошла гармонизация. Синхронизация на всех уровнях полностью. Два тела гармонизируются и синхронизируются. А, ну вот оно, по идее, ей должно дать защиту, вот это небесное тело. То есть защита стояла отдельно? Ага. Ну, вот сейчас мы ее вернули. Очень хорошо. Сколько у нее энергии сейчас, посмотри, Вера? Я 520. Вот, значит, взяла 520. Отлично. Было 60. И вот эта вот серебряная энергия, что дал Архангел Михаил, она по краям как защита стоит, такая прочная у нее. Очень хорошо. Благодарим Архангела Михаила. Готово.
Все, закончили синхронизацию, мы можем отправлять матушку Василису назад, да? Или мы... Нет, мы ванну хотели сделать еще. Хорошо, давай сделаем еще ванну и подведем матушку к вам, Василису к ванне со святой водой. Да, мы здесь. Отлично. И матушка Василиса входит в ванну, и божественная энергия, лечебная энергия святой воды полностью восстанавливает все энергетические, и болезнь растворяется в святой воде, трансформируясь в позитивную энергию. Матушка Василиса расслабляется в святой воде, становится исцеленной на всех уровнях и во всех пространствах. И как закончит, выходит из ванны. Она закончила, она поменялась. В кого поменялась? Тонкое тело поменялось. Сейчас нету ран. И она как омолодилась такая. Отлично. Хорошо. Значит, мы свою работу сделали. Тело. Тонкое тело омолодилось. Хорошо, Верочка. Будем возвращать матушку Василису в ее систему биоробот-душа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию матушки Василисы в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет 100% синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и перемещаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Thank you.